Международный текстильный салон распахнул свои двери для всех, кто живет в мире моды, следит за ее тенденциями и задает тон фэшн-индустрии. Неизменным президентом фестиваля на протяжении более чем двух десятков лет является Вячеслав Зайцев. Благодаря его имени за Ивановым прочно закрепился бренд столицы отечественной моды. В номинации «Промышленные коллекции» модельеры представили школьную форму, в том числе и Вячеслав Зайцев. В его профессиональной команде есть мамы, а кому как не им знать, какой должна быть одежда для детей. У меня трое детей отучились, я считаю, что прежде всего удобная и практичная. Ну вот у нас город Уфа предоставляли школьную форму, немножечко Вячеслав Михайлович ее подправил, и сейчас они выпускают по его эскизам трикотажные костюмы для мальчиков, для девочек, для старших классов и для младших. К сожалению, мы не сможем сейчас показать всю коллекцию. Она раскуплена. Форма понравилась. Модные новинки примерили на себя не только школьники, но и учителя. Причем костюмы педагогов продемонстрировали не модели, а сотрудницы образовательных учреждений. Примерка состоялась накануне. Вчера одели. Все подошло, самое главное, понимаете? Ну, конечно, это нужен рост, нужен более-менее размер, но ведь это же размерный ряд, и все это же делается очень просто. И посмотрите, какая красота сегодня, что учитель должен выглядеть достойно. Модно и удобно под таким неформальным девизом в этом году проходит текстильный салон. В любом представленном дизайнере костюме или платье можно прямо с подиума отправиться на работу или праздничный ужин, поехать на отдых или пойти в школу. Каждая модель максимально приспособлена для жизни. Любовь Почерникова, Андрей Символков, РТВ Иваново.